Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами проходить Hustle Castle. Так, забираем деньги. Естественно, ребята у меня получают уровень, ману, яблоки. В общем, все, что мы успели за это время накопить, за мое отсутствие. Так, 7 минут 46 секунд еще изготавливается магия. И нам надо над чем-то, ребята, с вами покумекать. Да, кстати, хочу всех поблагодарить друзей, подписчиков, просто ребят, которые заходят, за подсказки, за ваш опыт, который вы мне передаете. В общем, всем огромное спасибо. Ну что, давайте берем магию и пойдем с вами на карту. И немножечко повоюем. Ну, с этими ребятами, я думаю, у нас никаких проблем не возникнет. Тем более, их тут трое. К тому же, что у нас получается? А, маги и лучники. Ну, это пушечное мясо для нас. Давай, давай. Отлично, хорошо. Ну что ж, дорогие мои, мы одержали победу, заработали сундук. Возвращаемся домой. И у нас еще выполнено задание, оказывается. И за него получаем еще один сундучок. Итого два сундука. Нормально, в принципе. Сейчас только осталось нам посмотреть, что там будет. Дайте что-нибудь полезное, а? Так, деньги и костюмчик. 230 манны в час. Что ж, неплохо. А во втором у нас... А во втором у нас просто денежка. Ладно, хорошо, так. Деньги, все это мы потихонечку собираем. Эти ребятушки у меня там качаются. 150 тысяч нужно на оружейную, а у меня 124. В принципе, осталось не так уж и долго. 559-й ранг, или как это назвать, 559 очков ПВП. Так, яблоки собрали. Карта, давайте-ка еще посмотрим, что у нас здесь есть. Илюша, ну-ка, 36 тысяч за победу, было бы неплохо. Так, ну вот я думаю, стоит или нет, а? Нападать-то на него. 15 уровень, ну а здесь? А, у нас здесь еще, ребята, вторжение есть. Давайте приступим зачищать карту, чтобы, как говорится, они мне не мозолили глаза. Один воин, маг и лучник. Ну, стандартная комплектация. В общем, сейчас мы с ними здесь по-быстренькому и разберемся. Так, краса моя, как обычно, всех косит налево и направо. Нет ей достойного соперника. И получаем сундук. Великолепно просто. Блин, был бы здесь, как, знаете, как в Fallout Shelter, робот, который сам автоматически ходит и собирает ресурсы. Ну, а здесь, например, какой-нибудь шут гороху и бегал бы и собирал. А то немножко парит вот это вот собирание. Так, ну что нам даст сундук? Опачки, ребята, арбалетик. Хотелось бы посмотреть. Ну-ка, ну-ка, где он? Вот. Вау, конечно же, ребята, будем его ставить. 169, статы те же самые, но урон... чуть-чуть повыше. Это хорошо, радует меня это все дело. Потому что лучник, как вы знаете, очень хорошо критует на дальней дистанции. Так, давайте-ка еще немножечко прогуляемся с вами. У нас тут еще три вторжения. Думаю, с этими ребятами тоже можно разобраться. Ничего в них сложного нету. Что там? Два амбала и два мага. Ну, это опять же очередное пушечное мясо. Тихо-тихо, мага, только не уроните мне. Не уроните мне мага, я говорю. Так, ну все. Отыграли они свою песенку. Получаем сундук, домой. Все как обычно. Все у нас по стандарту идет. Ребятушки, идите отличивайтесь. Краса, тоже иди. А мы тем временем скроем сундук. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, ребята, ну 225 маны в час. Это, как говорится, нашим... как их звать-то, даже не знаю, алхимиком, давайте их так назовем. Надеваем. И у него добыча 800 в час. Неплохо, неплохо довольно-таки. 230. Слушайте, это еще лучше. Вот так вот и оставим. Так, парнишка, о, ты уже взрослым у нас стал. Надо куда-то тебя, наверное, приспособить. А вот только куда? Так, три повара. Так, вы отличились, все, давайте обратно возвращайтесь. Куда же тебя приспособить, дружище, а? Знаете что, наверное, давайте, пускай он идет, помогает добывать ману нам.
Там он один стоит, и, как говорится, еще один нам не помешает. Да, давайте именно сюда. Хотя с едой тоже, в принципе, проблема, но, думаю, в мане от него будет больше толку. Давай, добегай по-быренькому. А мы с вами тем временем давайте-ка, наверное, сходим на карту и посмотрим, что у нас там еще есть. Так, добегает? Добежал, молодец. Ну что же, врага 2, вторжение 2, ясно. Давайте-ка, наверное, этих ребят разберем по-быренькому. Я не думаю, что это будет особая для нас проблема. Так, 2 воина и 1 лучник. Ну, это нам на расплюнуть. Уже таких сотни перевалили. Давай, давай, краса. Давай, родная. Я вот и уже иногда подумаю, может быть, взять посох еще с подхилом. Так, мы заработали сундучок. А для того, чтобы отхиливать красу, было бы неплохо. И что нам дает этот сундук? Вау, костюм повара. Ребята, а как раз у нас вроде бы кто-то без костюмчика, да, там сидит, если я не ошибаюсь. Хотя нет, я ошибаюсь. 3 повара у нас и все с костюмами. Блин, что же делать? Роман, а почему ты у меня без одежды? У меня же есть костюм алхимика, да? Вроде бы, если не ошибаюсь. Сейчас мы тебе оденем, чтоб Эльвира родила ребенка. Чтоб ты зарабатывал у нас больше маны. А это для денег. Ну что ж, наверное, пускай тогда остается пока в этом прикиде. Больше ничего такого особого нету для него. И так сгодится. Так, я смотрю, тут у нас, оп, пополнение. Оксаночка. Вот она, малышка, бегает. Ладно, у нас уже 17 жителей. Еще 3 человека, и у нас будет полный комплект. Одна минуточка осталась до изготовления магии. Ну что же, давайте, наверное, подлечилась краса. Да, подлечилась. Давайте перейдем с вами на карту. Так, вторжение. Ну, этих ребят я возьму на заметку. А пока посмотрим, что у нас еще здесь есть. Джисус, да, значит, разведуем его. Так, 6339. Ну, естественно, я пока нападать на него не буду. Слишком он пока мощный для меня. А здесь у нас какие ребятушки сидят? Марко, 11 уровня. 13 тысяч с половиной можно поиметь с него денег. При условии победы. Ну, я даже не знаю, смотрите, у него рога, лучник, маг. Маг, кстати, с воскрешалочкой стоит, насколько я понимаю, да? Ладно, наверное, пока подождем маленько. И у нас тут Джудит и еще одно вторжение. О, а вот этого, ребята, надо крошить. Раз он оставил себя без охраны, то пускай это будет для него уроком на будущее. Так что я ему делаю одолжение. Что у них за мания пошла на рогу, а? Неужели он так силен в ближнем бою? Никакого преимущества вообще не вижу. Или я просто слишком сильный? Ну что же, практически никаких потерь. Боец 7 уровня получает. Яблочки, монетки. Манна. Так, а вот, ребята, с яблоками у нас большая проблема. Очень большая. У нас всего 2816. Я даже не знаю, хватит ли нам на бой. На какой-нибудь элементарный. Ну-ка, давай глянем. Марко Поло. Что ты из себя представляешь? Так, ну, это понятно. А яблок-то нужно, ребята, 3000. А у нас всего 2800. Не хватает. Единственный вариант — это подождать маленько для накопления яблочек. Ну, а сколько это маленько? Час, два. Даже точно вам не скажу. Единственное, что можно сейчас сделать, это пошуршать по нашему замку и посмотреть кое-какие нюансы. Монетный двор, лестница, так, жилая комната, госпиталь, ресурсы. Все не то. Казармочка моя родная. Так, тронный зал. Угу. Ну, монетки накопились, ну, этого мало. 200 тысяч. На казарму надо, а? Оружейные. 150. Интересно, что же мне лучше в дальнейшем развивать? Казарму или тронный зал, а, ребята? Наверное, все-таки придется казарму. Можно улучшить. Смотрите. Магическая мастерская 30 тысяч, госпиталь 50, казна.
В общем, здесь можно смотреть, что можно улучшить. А строитель только за кристалл у нас покупается. Какая-то несправедливость, я бы так сказал. Может быть, у меня много денег, и я хочу его купить за деньги. Почему именно за кристаллы я должен? Ну, здесь все-таки, как ни крути, присутствует донат. Хоть какой-никакой. Ну, можно, в принципе, играть и без него. Так, ну что, 3000 у нас яблок накопилось. Это буквально на один простенький бой. А у нас за бои же яблоки не даются, по-моему, да? Нет, не даются. У нас даются деньги, опыт и это. Ну что же, Марка, давайте попробуем, чем черт не шутит, как говорится, на дорожку. Смотрите, ну действительно, у них всех пошла мания на рогу. Да, он бьет, конечно, быстренько мечами своими, но в то же время он хиленький какой-то. Хотя... чуть-чуть и красу мою завалят. Убили. Давай, воскрешай, маг. Молодец, умница. Так, а там остался один лучник. Все. И я получаю сколько? 13 с половиной тысяч золотых. Ну, неплохая прибавка к моей зарплате. Идите, наверное, ребятушки, лечитесь. Так, краса тоже. Это мы все подбираем. Давайте-ка с вами пройдем сейчас на карту и глянем, что у нас там впереди будет. Так, да, вот сюда я хотел заглянуть. Блин, за один бой 7500 яблок берут. Это очень круто. Вилл, Брейн. Так, что у нас? Возьмите в бой заклинание. Ну, это понятно, это я сейчас возьму и заодно еще приготовлю на запасик. Отличненько. 7500 яблок. Да, надо что-то делать, ребята, нам с кухней. 6139. В принципе, не такой уж и сильный. Если бы у меня была еда, я бы мог на него вполне напасть и помериться с ним силами. А здесь у меня Илюшечка стоит. Тоже не ахти паренек. Можно было бы тоже с ним подраться. Но, видите, яблок нет, соответственно, нет и боя. Печалька, конечно. Вроде бы и хочется, и никак. Да, а здесь у нас что? Здесь у нас вторжение. С этими ребятами я хотел разобраться, да не успел. Собираем помаленьку все, что успевает у нас за этот коротенький промежуток собираться. Так, что такое? Оружейное. Можно улучшить. 150 тысяч. Кстати, ребята, это нужно делать. Это нужно делать нам, знаете почему? Потому что у нас воины на 20 уровне зациклились. И для дальнейшего развития нужна казарма уже апнутая. Ну что же, ребята, предлагаю вам, наверное, сделать небольшой, так сказать, перерывчик, да? Все равно мы сейчас здесь ничего сделать не можем толкового. Так что можете пока налить чайку себе. И мы продолжим. Ну что, дорогие мои друзья, продолжаем с вами, да? В мое отсутствие на мой замок напали. И я потерпел поражение. Ну понятно, потому что я забыл поставить своих воинов обратно в казарму. Вот я бестолочь, а. Ну ладно, и причем при всем у меня Эльвира еще родила ребенка. Так, я могу забрать подарочек. Ну это я все сделаю обязательно. Кекс 77, спасибо тебе. И конечно же надо будет отправить им взамен. Так, ну что, эти я дела все сделал. Эльвира родила ребенка, этого мы уже все видели. Так, открываем и смотрим, что мне там друзья подарили. Яблоки и деньги, спасибо вам большое, это как раз то, что мне нужно. Так, Иаков, неплохо, неплохо. Давай, Иаков, расти быстрее, подрастай. Значит, тренировочная у нас еще через полтора часа только будет готова. Так, ребята, возвращайтесь. Собираем монетки. Так, градусник у нас тут. Ну, яблочек у нас, в принципе, хватает на бои. Ну, в данный момент мы драться с вами не будем, а просто сейчас посмотрим. Так, магии у меня тоже прилично, да? 1.25, два врага. Раскаленные берега. И, ой, 8.256. Нет, это, ребята, уже больно, как-то круто для меня. Я еще к таким боям не подготовлен. Витя растет прямо на глазах, а? Как на дрожжах. Джисус, что у тебя здесь? 700, 117. Тоже подрос.
Ну, развиваются ребята все-таки. Или я 15 уровня, по-моему, стоит на месте. Так, Кевин Дмитрий. Это уже какие-то новенькие у меня ребята здесь появились. Таких, по-моему, раньше не было. Ладушки. Час 34 до завершения. Эти у меня голубки воркуют. Эти у меня ману добывают. А что здесь, а? Ну-ка глянем. Ну, выбрал, например. Так, 55 тысяч. Улучшение 8 часов. Ну, если честно говоря, то очень заманчивое предложение. Потратить 105 кристаллов за недостающие ресурсы. И я приобретаю улучшенную магию, в конце концов, да? Ну, 8 часов трачу. Ладно, ребята, покупаем. Была не была. 7.59. Время пошло. 2000 уронов, сами видели. Враги идут у нас более сильные. Поэтому нам нужно развиваться. Ну что, дорогие мои друзья, на этом, наверное, я буду заканчивать этот выпуск. Все мы с вами здесь пока сделали. У нас пошло развитие. Надо только подождать времени. А мы с вами увидимся в следующем выпуске. Всем до скорого. Всем пока, ребятушки. Удачи, не болейте.